Ну, теперь к информации о том, какие у нас новости. Больших новостей нет. Идет плановая работа, тектоническая работа, которая должна привести к тектоническим сдвигам. В каком плане? Идет работа с регламентами по строительству, по заказам. Очень много идет работы с проектом непосредственно. Очень много с различными организациями и так далее. Это плановая работа, которая немножко опережает, потому что нет еще регистрации договора на аренду земли. И тут задавали вопрос, пока Павел выступал, я читал вопросы, задали вопрос, а сколько это может длиться. Ну, по закону чиновники имеют право до 90 дней рабочих продержать это дело. Ну, это очень сложный процесс регистрации. Да? Но тем не менее. Вот, так что ждем регистрации, чтобы двинуться дальше. Сейчас мы решаем вопросы с ограждающей реконструкцией ограждения площадки, потому что есть требования по федеральному таможенному законодательству. Высота ограждения есть требования Москвы, московское правительство есть, правительство Российской Федерации. Но сейчас мы приводим тоже это дело в соответствии. Поэтому много таких рабочих моментов, которые, ну, скажем так, непрезентабельны, но отнимают очень много времени, сил, энергии. Но тем не менее. Работа на моточном участке. Основные монтажные, электрику, газы, сжатый воздух, азот. Мы все это завели, ребята, сделали, выполнили. Монтаж освещения завершен. Коммунальные всевозможные мелкие такие удобства сделаны. Вот сейчас завершаем расстановку оборудования. И я думаю, что на той неделе участок потихоньку будет вводиться в строй. Сегодня выполняли. Вот интернета, система видеонаблюдения за помещениями, уже окончательные такие вот штрихи, собственно говоря. В лаборатории машина поставлена на основание, закреплена, сделаны дополнительные отверстия, сделано крепление. На той неделе начнется ее обвязка. Вот система охлаждения, сборка схемы и так далее, так далее. Все работы по подготовке машины нагрузочной к воду и в эксплуатацию ведутся. Вот, в принципе, такие новости. Их немного, но они тяжелые. Видели, наверное, смотрели видео. Ну, так, больше особых таких новостей нет.